участие в нашу конференцию, нашего времени. А второй докладчик, к сожалению, у нас сегодня заболел с утра, прислали письмо Аганов Агнольд Арамович, но свою статью предоставил, то есть публикация будет, сможете в сборнике, который по итогам нашей конференции будет опубликован, познакомиться с этой статьей. А сейчас я предоставляю слово Сергею Михайловичу Найденкину, кандидату философских наук, доценту, заведующему кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин школы-студии МХАТ. Тема его выступления – курс философии как часть образовательного пространства школы-студии МХАТ. Спасибо. Уважаемые коллеги, я не очень как-то готовился большой доклад делать. Я думал, что у меня просто простое выступление будет. А я так и сделаю. Я не буду вас сильно долго задерживать. Я просто поделюсь с вами своими вот такими небольшими наблюдениями, ну как небольшими, уже почти 20 лет я работаю в школе-студии, вот там предложили мне руководить кафедрой, которая называется кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин. У меня небольшая кафедра, интересные очень люди, особенно вот Андрей Львович Юрганов, который еще историю читает в РГГУ. Так что мы как-то стараемся придумывать так, чтобы ребятам это было не только полезно, но и интересно. И что вот за это время, ну какие вот вещи были немножечко хотя бы придуманы. Вот хорошее было, когда введение, сейчас я услышал знакомые слова чудесные. Очень часто же цитируют весь мир театр, а вот дальше почему-то забывают прочитать вот эти замечательные строчки. Я процитирую, позволю себе. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Прошу прощения, я чуть-чуть буду путать слова, ничего страшного. Сперва младенец, ревущий громко на руках у няньки. Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, с лицом румяным, нехотя улиткой, ползущий в школу. А потом влюбленный, вздыхающий, как печь, с балладой грустной в честь брови милой. А потом солдат, чья речь всегда проклятиями полна, обросший бородой, как леопард, ревнивец к чести забияка, в ссоре готовый славу бренную искать, хоть в пушечном жерле. А потом судья, со строгим взглядом, стриженной бородкой, расхожих истин и сентенций кладезь. Так он играет роль. Шестой уж возраст, уж это будет тощий панталоны, в очках, в туфлях, у пояса кошель, в штанах, что с юности берег. Для ног иссохших. Мужественный голос меняется опять дискантом тонким, пищит, как флейта. А последний акт всей этой странной, сложной пьесы. Второе детство, полузабытье, без чувств, без глаз, без вкуса, без всего. Вот вы знаете, я чуть отвлекусь, я на что обратил внимание? Я вдруг вспомнил, что только один человек, которого, кстати говоря, принимали у нас в Амхате, я помню, очень хорошо всегда. Это Аркадий Исаакович Райкин. У него есть маленький номер, он записан в Ютубе, вы можете посмотреть. Вся жизнь за одну минуту. Он там, естественно, чуть другое показывает. Но вот такое ощущение, что он очень любил вот эти слова. Он все это сжал и получилось у него. За одну минуту. Можете посмотреть, это легко очень найти. Прямо наберете вся жизнь за одну минуту. Я не скажу, что мы что-то такое особенное придумываем. Во-первых, были очень хорошие традиции. Вот до меня кафедрой руководила Татьяна Николаевна Смелянская. Она всегда практиковала, особенно тогда, когда дело подходило до рассказа о Платоне, выбирали какой-нибудь диалог, и, соответственно, ребятам это очень нравилось. Они пробовали там, распределяли роли, и они его разыгрывали. Я тоже это попробовал, правда, я что еще сюда присовокупил тогда, когда я начал работать? Я вспомнил вот эту практику из Платона.
Кутузовской академии во Флоренции. Они там в этой маленькой своей академии, если кто помнит, они тоже пробовали это разыгрывать. Но самое-то интересное там начиналось потом. После того, как они воспроизвели диалог, они должны были за своих персонажей, они особенно любили диалог пир, дальше продолжать вот эти мысли. А вот это уже, к сожалению, очень плохо получается, и тогда тоже плохо получилось. Один раз я только запомнил, это был 2005 год, но там был очень сильный курс, тогда набрали, Олег Павлович еще там тоже принимал участие, набрали из Прибалтики такую студию небольшую, вот ребята были очень интересные, там сейчас многие из них из этого курса хорошо очень, как-то уже как молодые актеры выступают. Вот Антоша Шагин играет в «Современнике», Максим Матвеев, Юлия Галкина в «Амхате», Ксюша Князева очень часто снимается и так далее. Вот у них получилось. Причем они мне рассказали, что они еще после того, как уже все закончилось, и они приехали в общежитие, они продолжали вот этот диалог за своих персонажей. Значит, что-то здесь получилось, я в этом отношении это поймал. И вообще, я вот за это время могу сказать, чтобы покороче это сделать. Платон всегда воспринимается гораздо лучше, чем все остальные, тогда, когда рассказываешь о истории философии. Вот эти смыслообразы, как пишет Алексей Федорович Лосев, они хорошо очень входят в сознание актеров. А так, конечно... К сожалению, есть вещи, может быть, и даже скучноватые, которые не очень хорошо воспринимаются. Кроме того, я еще могу сказать, что вот сейчас, например, я пробую, пока еще не очень хорошо эти пробы получаются, я честно скажу, все-таки у нас время-то идет как-то, и далеко не всегда бывает, что и люди и читают, вот как-то Видас Юрьевич Силюнас один раз не так давно, когда было 1 сентября, он позволил себе рассказать, были приемные экзамены, и там во время приемных экзаменов он задал вопрос, назовите какую-нибудь литературную героиню из 19 века, ну, допустим, из творчества Льва Николаевича Толстого. Он студентка это спросил, ничего она не могла сказать, он начал подсказывать. И говорит, ну вспомните, у нее еще такой был муж, старше ее гораздо чиновник, по фамилии Каренин. А, вспомнила, Татьяна Ларина. Ну вот я все-таки что пробую-то сейчас? Вот у меня такая есть проба, я буквально в прошлом году это попробовал, потерпел, сразу скажу, полный крах. Я попробовал вот как раз из Платона взять вот этот ранний диалог «Гиппий больший», и чтобы в трех смс-ках изложили основное содержание диалога. Полный крах. В лучшем случае это все-таки что запоминается, это то, что в конце вот там Сократ говорит «прекрасно и трудно». Все, больше ничего не получилось. Так что, заканчивая свое небольшое выступление, я хочу сказать, у меня есть, конечно, вот такая про себя какая-то иллюзия. Я вспоминаю вот этот замечательный лозунг, который в свое время, еще в 60-е годы, был высказан замечательным человеком, который, кстати говоря, там недалеко от школы-студии жил, на Тверской улице, это Эвлет Васильевич Ильенков, может быть, кто-то это помнит. У него была вот эта чудная книжка об идолах и идеалах, и там одна из глав называется «Школа должна учить мыслить». Вот я всегда, когда прихожу в школу-студию МХАТ, я и это вспоминаю, и то, что школа не только, естественно, должна учить мыслить, но и учить чувствовать, художественно чувствовать, воображать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я прошу прощения за такой экспромт, я позволил себе вот это сказать. Спасибо, что вы.